Многие с нашей тактикой не знакомы еще, как мы ее убьем. Так, сейчас я вам обновлю ее, заново скину. Так, 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 капец. Да, у нас закрепленных есть. Похуй. Так, все, кто первым, втором пати, первый, второй пати, откройте в Дискорде фотографию. Ну, блядь, картинку, я вам назначу людей. Открыли? Надеюсь, похуй, смотрите, так. Шестой портал Энард, седьмой Асус, Док, восьмой, девятый Ауга, десятый Рекаунт, первый Стихийный, второй Ауши, третий Месси, четвертый Нечаянный, пятый Я. Все. Где написано Дор, это комната, то есть это дверь, блядь, и от нее уже идет этот счет. Примерно от нее, смотрите, визуально, и какой вы заходите. Все, да. Теперь, получается, первый, допустим, это по прямой с того конца. И пошли смотреть. Все, тапки, так, давайте. Нов. Тапки нов. Латные, критмет. Говнище тапки. Все, взял. Ну, так, давайте берем. Сейчас я вам рыбку поставлю. Смотрите, по тактике. Будет кидаться два луча на двух человек. То есть луч один на двух человек, он будет красный, если у вас большая ранжа. То есть если он красный, значит вы должны с друг с другом сбежаться, чтобы он стал белый. Вот допустим кинул вот моя жаба, блядь, и на биполярного. Вот, на вас двоих, да? Будет такой луч между вами, ебать, висеть. Если вы будете далеко между друг другом стоять, он будет красненький. Вам нужно сбежаться друг с другом. Либо биполярный должен сократить раньше нахуй, либо жаба подрубать спринты и бежит к нему. Если луч кидается на человека из первой или второй пати, то вы должны с ним пробежать до того, где его портал. То есть бежите за человеком, который в комнату выходит. Допустим, кидается луч жабы и, допустим, на рекаунта. А рекаунта должен заходить в портал. Значит, что делать? Жаба бежит за рекаунтом, чтобы он зашел в портал. Он зашел в портал, луч взорвался. Образно, все. С этим разобрались. По декурсу. Смотрите тоже. Болезни снимаете, проклятие снимаете, магию все снимаете, токсиген. Ты будешь диспелить эту хуйту, как она называется, не помню. Короче, магия там будет кидаться. Потому что кроме тебя, ну еще Асус будет помогать. Но вообще, типа, ты здесь остаешься, будешь ты диспелить. Будет кидаться, я не помню, как называется хуйта магия. По-моему, апатия называется. Вот апатию будешь снимать ты. По болезням там поставить это таманное очищение. Вот. А будет вешать еще, по-моему, то ли череп, то ли квадратик. Человека будет кидаться душевная болезнь. От него все отбегаете. То ли от черепа, то ли от квадратика. Со всех диспелишь, со всех токсиген. Два пала и присты могут диспелить. Да, так, в принципе, с этим всем двигаемся, все двигаетесь, вы все за. Это даже, блядь, не надо кем двигаться. Ну, за войдом, блядь. Куда войд бежит, туда и вы бежите. Так, сейчас поставлю другой мет. Она скинется. За кружочком все двигайтесь. Че, да, да. Ты про что дох? Торнадо, чтобы. Чтобы есть... убить его. А то вдруг какое это соединение. Этот нитка кинется нахуй. А, да, да. Выйди, выйди из комнаты, убери вот эти танковские трини. Если кинется нитка, ты сдох. Просто, ну, переоденься. Иди сдохни на Везаксе, трэш стоит. Иди там и сдохни. Ну можешь там на Везаксе сдох. Только нам не приведи его. Прям сейчас иди сдохни и это самое. Так, сейчас я выпьюсь. Давайте, ребят, ласт босс, замочим его нахуй кое-как. И пойдем отдыхать. Неща. Да не-не-не, иди от Везакса, нравится. Так проще будет, ну как хочешь. Сейчас он от Везакса сдохнет и пойдем. Полды на двоих чарах лутает, ебать сильно. Ну, бой начинается, парни, пизда вам. Чё там начинается? А интересно, к нам не побежит? Очень интересно. Они убить меня. В контроль взяли, ща пизды дадут. Да-да-да, бежим. Там моб этот, видать. Лови моб. Побежит. Но он пока бить не может. На рекаунта бегут. Безликий ужас. Пошли бить. Бейте. Ну вы, конечно... А надо было не на большого, короче, а на маленький трэш. Да, надо было на маленький.
Хотя если бы они побежали. О! Они бы еще и большого привели за собой. Нет, маленькие мобы и выйдет. На контроль делал Крита, не убейте, пожалуйста. Чтобы они ребафы по 100 раз чают. Не углы бы их. Слава, что это было за О? Ну думал, тебя отпиздят сейчас. А ты две этого золотого рога? Или одно? Нихуя, че это? Жаба, законтрольте. Да он в овце стоит уже давно. Ну не убейте, прошу вас. Ой, блядь, дог, не крутите, блядь. Ихри. Ихри. Я столько, я вармся, как и ты. Ну я смотрю, как он стоит там вихрь хуярит, это аж понижается по хп, блядь. Давай, терчи, даю на баф готовность. По этим, по, блядь... Первая направо, вторая налево? Да. Стихийная. Вроде как первая налево. Давай, иди запускай. По щупальцам играйте, прилетите в ту, которая взяла человека, блядь, не помню, как она называется. По-моему, удушающие щупальца. Выбивайте человека, только потом играете в остальные. Большое щупальце, приоритет играет РДД. Маленькое, приоритет играет Милик. Все, поехали. Давай, бой. Так, а что людей маловато, я хуй его знаю. Вот у тебя 3 человека, ну 4 человек. Как обычно. 5, торнадо не считай. Главное не сдыхать. Кого не считать? Торнадо ты не считай, 5 нет. А, 4, да. 4 нет. Считать, кажется, еще не. Хорош. Спасибо. Пока вот убили, чуть сместились. На пульт есть? На пульт. Хорошо. Давай, следующего я на пульт. Потом следует другого ты. Убивайте, побыстрее. Ушли. Не цепаните лужу. Я на пуле. Что-то как-то странно, лужи все в одной стороне. На том фланге. Ну нормально. Нет, обычно мы жертву не принесли бегало. Просто. Давай, бой на пол. Ну, порвение Сары, понимаю. Мой нахуй. Это восток, по-моему, да? Нет, кажется. Нет, два еще. Или три. Так, вы нахуй. Последний моб. Если убьете его быстро, вот это не вылезет. Нет. Второй следующий вылезет. С этим на вход беги. Да, его на вход беги. Ворот беги. Сейчас сразу будет удушающее. А, и лучи зеленые, за лучами зеленые, смотрите. Удушающий выбери. Заебись, ебашим. На большой бегите уже. Это милики расковыряют. Давайте большой сейчас бурстанем, чтобы он потом ребяткам был. Милики, вы не бьете, нет, жаба убежал. Жаба, ты не бьешь. Большой бить нельзя. Вот бьешь удушающего, сейчас бежишь. Подойди, пожалуйста, куда ты убегаешь? Порталы. Еще не скоро. О. Лучи в зеленые, от них убегаете, не стоите. Они вас шопают. Блять, прям под это мне привел. Ну за если миля так его не вешь. Портал. Это же для Юрчела. Портал. Давай, бегай, куда тебе надо. Иди щупальца бей, жаба. Зашли портала. Так, первое лево, да, это лево. Конец близок. Зажгни собственной ненависти.
Через удушающее к следующему маленькому сейчас побежать. Пошли. Кто в портал не зашел? Рекаунт. Тут не зашел портал? Щупальцы, когда вы висите, вы можете его бить. И хилить, и диспелить. Так, для справки. Бля, Слав, я не буду, бля. Пизды получишь. А то висят беспомощные, щупальца фуловая, нахуй, висят там с топорами своими. Бля, слабовато, конечно. Играли. Ну ничего, 4 комнаты. Выходите. А чё, как кто-то не зашёл? Блядь, сука, мышка ебаная. Кто в комнате? А, а то чё, да. Ебать? Да вы... мышка у меня лаганула, блядь, не мог нажать. Хуя, наследь его. Где он вылез? Да я ещё там прыгаю, блядь, долбоёб. Порталы после... идите на свои порталы. За место Ауги... Поднимаюсь. Сейчас он вылезет, убейте его. Поднялся, убейте. За место Ауги, кто не зайдет в портал? Кто надо? А кто-то мой в портал, блядь, зашел. Мне кто-то БР. От черепка. Да ё... блядь, вы чё, подчинение снова? Так не БР, алло, блядь, кто БР? А нахуя ты встал? Блядь. Ты чё, первый раз, что здесь? Блядь. Без команды ты не заешь БР. Вообще, блин, раз... нахуя вы вообще, блядь, без команды реально БР заете? Вы что, ебались вообще нахуй? Набухо. Стало время, блядь, теряете. Блядь, во-первых, БР проебали, вот, и временно. Давайте как-то мест... посерьезнее, блядь. За место Ауки Кирьяки будет заходить. Выходите. Да. Большое пошли все. Удушающе разбирать. Задохнитесь собственной ненависти. Стоишь, ждешь просто, пока люди тебе откроют мозг, нахуй, бьешь мозг. Все. Трепанация. Последний самый портал заходить будешь, который останется. Эндемчик, ты где заходишь? А это ты не заходишь куда? Большое вышло наверху. Приоритет все играют по большому, а не по среднему. Потом я тут видел, стояли РДшники, били средние, блядь. Ну, ребят, чего там не добить, может? У нас тут два больших. Быстрее два больших, бейте. Да. Один фуловый. Вот который не фуловый, бейте быстрее. Ну тут ДПСера три штуки, блядь. Жаба умерли чего-то. Чего? Выдавливание. Они выбили, да, я вас сейчас? Да, сказывается отсутствие. Ну, потому что вместе нужно бегать, чтобы тебя выбивали. Ходите. Не, автотака не бейте. Помогайте, как можете, пока у вас 15 секунд есть. Три больших. Тут вообще вся комната вообще. Вы косты сбивать будете, вот у вас урон меньше на 20-40%. Да, так невозможно сбить. Можно сбить, автотакой подходишь. Все сразу не собьешь, только один сбивается. Один сбивается, но я сейчас стоял, бля, 20 секунд, это выбейте меня. Ну потому что щупалец 2. Выбил. Еще сейчас... большой вылез. Да нет. Да, давно он уже. Ну, надо падать, да. Падать. Мы утонули. Че в комнате у вас? Нормально, типа, какой-то два щепла еще прикалываешься, все тут же. Ну, их три было в какой-то момент. Но либо идти в комнату не в 10 тел, а в меньшей базе. Ну так, если посмотреть, кто у нас тут был. У нас был Хант, Юрчева,
Токсиген. Дамаг слабенький какой-то. Мирана, торнадо. Вот надо. А, торнадо это. Нечаянно. Просто, типа, ну, я могу перекинуть людей, которые подамажат посильнее, блядь. Но ну, кого мне кинуть в комнату? Биполярно, который там ни разу не было. Бля, токсигена, ну ты женек, он в Африке женек, на. Не-не-не, смотри, нужны милики в комнате. РДД нужны нащупать. Так, все милики в комнате, все милики в комнате. Жаба, моя жаба там ни разу не было. Я не могу кинуть ее в комнату. Ну, надо учиться когда-то, блядь. И надо хилов. Сколько хилов активных? Нужно 3 хила оставить. Какого-то, у какого-то может быть Эршама есть ДД или М хотя бы. У одного. Можно ливать это, блядь. Добавить дамага. Может кто-то в гильдии есть, кто поможет. Поможет, и бог поможет. Че, шаманы есть у кого или М Эршамы? Желательно такой, как он на первом месте, стихийная, блядь. Эндемик. Хулидес с двумя эршамами справится спокойно. Один в комнате, эршам и хулидес наверху бегают. Там нехуй хилить. На последней фазе тоже нехуй хилить. Если люди отворачиваются. А у кого есть шмот на элему? Есть у кого авария, эндемик? Ой, энерт. Эндемика вижу. Эндемика нету, пишет. Реестр. Добавить наоборот, да, хила? Давай, короче, я сейчас повыкидываю хило. Люди, которые вот два шамана, они дают хороший ДПС. Пусть лучше щепло бьют, блядь. Мы лучше побольше, подольше побьем, нахуй, но зато, блядь, щепло не будет стакаться. И я за место них закину, со мной пойдет хант. И пусть столовка идет со мной. Комнату. А столовка четвертый по ДПС, он по щупальцам заебись играет. Пусть знает. А кто по щупальцам хуя выбрал? У кого маленький ДПС по щупальцам? Большой это какой разлагаешь? Ой, ну линканите, у кого там скада есть? Линканите по большим. Мне кажется, Рогу надо отправлять в комнату, нахуй, он в мозг даст. Он миликов на 4% апнет, это уже большой ап. Плюс. Короче, давай. Вместо столовки. Рогу, будешь заходить в комнату, просто зашел в комнату, стоишь вначале, ждешь, пока, блядь, откроется мозг. Все. Да там увидишь, там черепки в воздухе висят, спиной к ним бегаешь, чтобы они в тебя луч не кастовали. Если кастует луч, сразу спиной поворачиваешься. Как челики бегают, посмотришь аккуратно. Они там убьют чупальца, потом в мозг. Давайте я портал заново распределю, потому что поменял пати, ебать. Он 4% вам физухи даст. Еще раз, люди, кто первый, второй пати? Хотя вот я бы Ауши тоже, кстати, забрал бы, пусть бил бы мозг. О, не мозг, точнее, бил бы щеплы. Давай, Мирана, ты. Вот, Мирана справится. Квазибер там был. Все отлично, так пойдем. У нас 13% нету на мозге. Почему? Нечаянно. А, нечаянно. Как первый раз, ты же Квазибер был там? Ну один раз я там был. Ну ничего страшного. Просто бегаешь спиной, блядь, к этим фиолетовым хуевым, бьешь эти, блядь, щуплы. Чтобы, если тебя хуярят фиолетовый луч, значит тебя, блядь, отнимается санити, ебать, это плохо. Ты не мороси, главное. Давайте, откройте первый, второй пати, откройте еще раз ебучую фотку, нахуй. Я назначу заново людей, чтобы не было, блядь, проблем. Давайте, надеюсь, открыли. Энард, шестой портал. Асус 7, 8 Дох, 9 Аука, 10 Рекаунт, 1 Мирана, 2 Жабы, мои жабы, 3 Терияки, 4 Нечаянно, 6 я. Все, запомнили все свои порталы. Вот. А вот эти люди, которые дамажащие наши самые, они справятся здесь с чеплами. Я не видел, рыба была, нет? Сейчас поставлю. Если, блядь... У вас останется мало санити, потом уже, после третьей комнаты, если даже будет четвертая комната. Просто стали ебать вначале и стоите, ждете, пока вам откроют комнату. Не надо, если у вас нет уже санити, санити это здравомыслие, которое у вас пишет сверху. Если у вас меньше 30% будет, не надо забегать, ну, бежать и бить, блядь, щупальцы в комнате. Так, дайте баф. Пристабал дай. Женек. От тьмы тоже женёк.
Да, тьмы, конечно, ебать. Ты чё, прикалываешься? Чё, тьмы не вешал, все бессерает, ебать. Ебануться. Давай, РЧ. Серьезно, ни разу не вешал? Какой пал, они свищают ауры на мастераур, на третью. У нас два паладина вроде, они три. Весь табаф обязательно должен висеть. Нечаянно. Все, полетели, давайте, поехали. Сейчас лужа пройдет, вот это, встанем с той стороны. Давайте, не обосрёмся, пацаны. Давайте, блядь, не будьте пугами, нахуй. Обратите гнев и ненависть против... Да, я первый сдам, давай. Потом по очереди. Я сдам. На поле. А, его ебнуло, кстати, нормально. А, он умер. Так, вон, обошли лужу, так стали. Тогда стихийно сам людей поводишь? Вверху. Я повожу Holy Death. Давай, все, я ставлю тебе метку. Давай, давай. Все бегайте за ромбиком. Метки сбиваются нитками, так что лучше ассисты кому-то дать. Ну да, давай. Но все равно ориентируйтесь на ромбикс. Куда бежит ромбик, туда и вы бежите. Не надо, блядь, разделяться нахуй, блядь, как долбоем. Смог. Толосовый? Да, уже. Бля, почти успели, кстати. Давай, веди его к воротам. Сразу щепла выпили. Удушающий. Хорошо. Предлагаю еще быстро убили, побежали бить большой. Вообще РНЖ уже идите большой бить, миники сами справятся. Давайте, дайте хорошую ТПС по большому. Лучи, сова. Аккуратнее, зеленый луч. Фир был. Блядь. Не, я выжил, выжил, все нормально. Нет, там стихия умерла. Дайте ребафайлем, пожалуйста, каску. Просто бафом дать. Быстрее, быстрее подхильте его. Черепок. Где он вообще? Я не могу, он там с другой стороны совсем. Разошлись на портал. Там удушающее в этом, блядь. Ось. Ну там, в принципе, никого нет, ебать. Конечно, в нем я сдох. Ну, почему у тебя рейс с одной стороны, а ты с другой? Грустно. Давайте быстренько закрыли. Все зашли, надеюсь. Все, пошли бип. На большой все перебегайте сразу. Бля, Миран умер. Ты как быстрее умер? Быстрее сюда бегите, на большой все, этих пропускайте. Милики большое тоже бьем, пока оно встанет. Вы его резнули? Не рано, он сам встал. Потом все уходит 6, 5, 3, выше. Хорошо, нормально снесли. Мультидот эти, вот эти два слейте. Милики, прям, а этот, разлагающие, заехали к левому хорошенько. От нечаянно отошли все. Лучи аккуратнее.
портала после лучей будет. Удушающий быстренько выбили. Бежим, бежим, нащупать. Че вы стоите-то, блядь? Порталы, порталы, зашли. Блять, кому-то, конечно, блядь. Трещи, бегите к щупальцам. И сзади мультидотки 2. Ну как ты умираешь, ну ебаный враг. Ну говорю, если вы, блядь, не шарите, встаньте нахуй, стойте. Упала хп, подхили себя. О, все, посыпались все нахуй. Встань спиной к лучам, Эйнард. Ну подхиливайтесь. Ебать. Крисбить. Да. На большое бежим потом. Я не знаю, раз умер, два умер, ебать, что? Мало хп, не бей, они отражают урон, по-моему. Не на мелкое, на большое. Бежим через босса на большое. Быстрее. На тапках, на всей хуйне. БР есть. Вышли. Смотри, БР там кого-то. Раскивание. Блять. Ну ты чё, Терьяки, ебаный стык, ты какой раз уже здесь на этом боссе, ебать? Я понимаю, что ты ни разу не был, нахуй, но неужели, блять, визуальное представление никогда не было, но что там творится в этой комнате? Сова куда побежал? Ну я так понял, опять падает. Давай, давайте разберемся. Биполярно, дай БР помирание, а, блять, а уши дай БР ПНР. Их я выкинул вдруг. Пошли. Комнаты зашли. Асус умер. Прохила вообще нету. Фонтане слили, блять. Что за хуета, блядь? Какого хуя тут чуплы, блядь? Ну без хила, они там милики, они... Да нет, мы не прохили, мы не, тут не выжим. Все падает. Еще раз пробуем. Что с дикурсом? Просто сказал же, дикурсите все, блядь, не только выборочно, а все, кто может диспелить, все здесь снимайте. Дикурсят, маги. Я смотрю, рассеивание, смотрю, блядь, друида вообще нихуя ничего не снимают. Проклятие-то снимайте, студент. Хина, а ты знаешь, чем обычка отличается от этого вот мода? Это даже как бы ХМ, но не ХМ. Уроном отличается. Вы, блядь, ну хуй знает, типа, если в тут нахуй не справляются, то что думаешь, там будут справляться, типа? Будем учиться. Степуш. Я вас там расщеплю плохо. Просто надо вразумительно объяснить, вот Мирана и Эйнард. Ну, Эйнард зашел и получает дамаг. Это значит, ты стоишь лицом к черепу, нахуй. Взгляд безумца. Вот я смотрю, Мирана, взгляд безумца. Да? 6 секунд у тебя кастовало. 6! У тебя было 6 секунд, чтобы отвернуться от него. Я да я сказал, отвернулся! Так как отвернись. Туда? Ты смотри, где эти черепа. Камерой, левой кнопкой мыши... Блять, как эти черепа выглядят. День, я бегу к ним спиной, блять, а они меня бьют. Все, ладно, забей, я с другого поставлю, не надо. Вы включайте мозг, нахуй. Они висят в комнате, во всей комнате. Я знаю, как они выглядят, я знаю комнаты, знаю, где висят. Я говорю, стоюсь к ним спиной, а меня, блядь, бьет луч. Да не может он тебя бить, если ты спиной к нему стоишь. Значит, что-то ты неправильно стоишь. Это просто пошли они нахуй. Я даже не знаю, кого поменять. Человек, настало твое время. Минус 4 залупа, конечно. Надо реально, блядь, чтобы все шарили нахуй четко. А не так, что я не знаю, блядь. Начинайте узнавать как-то, я хуй знаю. Ну, он спит, короче, пойдет. Помнит. Справишься? Да он-то справится, блядь. Да. Да потравим. Мирана сразу сказал, еще, не знаю. Еще пару трав сделал? Ты в какой портал заходил, Вазир? Первый, понял? Но этот, но спит. У меня косяк, я духом возле вас бегу. По телу лестнице, можешь? Где его тело, вопрос? Вы охуели, вы меня куда засунули, нахуй? В комнату пойдешь? Как нахуй? В смысле? Бать, куда, чё, в какой нахуй? По
Найдешь комнату? Ты, блядь, картинка нахуй ебаная. Антох, в чем проблема? Че с тобой? Проблема Вовка. Че у тебя? Вовка. Какой номер мне идти, блядь, картинка? Первая. Которая в самой жопе находит. А, сверху, понял, блядь. Давайте, а внутри что делать? Внутри сначала щупальца бьешь и стоишь, ждешь, пока голова отстанет. А, ну все. Заносит комнату, побежал в комнату, зашел. Ты будто вообще там, ты знаешь, что там делать? Ня. Серьезно, не было? Еще не было ни разу. Конечно, не было, на танке всегда играет. Наверху стоит. Блять, я охуе просто. Пришли, блядь. Ну давай попробуем. Юрчела, сходишь в комнату? А Юрчела? Как мне попробую, блядь? Давайте без попробуем, кто там отправится. Не знает, уши или, блядь. Они ДПС дают нам. Давай, уши, пойдешь с нами. В первый портал залетишь, ну, по счету, в самом конце который. Антох, включи стрим, я хочу посмотреть, что хоть в комнате вообще происходит, нахуй. Ты что, рофлишь? А бить-то будет, нахуй. Я буду бить, блядь, у меня два монитора, алло. Стример, блядь. Хуясь. У нас стрим. Так, давайте. Сейчас. Сейчас Мирану придет. Мирану разбахать, и за мной он тут пришел. Дать ему каску. Блядь, Саня, Антох, кто не включите стрим? Коня уберите. Все, кто могут декурсить, все декурсите. Биполярный, блядь. Спасибо. Проклятие снимаешь. Все хилы, ебать. Женек снимаешь, блядь, эту, блядь, апатию, нахуй. С людей. Ты нон-спи тоже снимаешь проклятие. Давайте. Чтобы, блядь, не висело, прям в ноль одну снимаете, все. Давайте, все здесь, поехали. Я. Лапку. Лапку, бафки, друзья. Хорошо. Проклятие, это остановишь, надо диспелить. Оно, блядь, домашка жесткая. Я снимал, что успевал. Включили, блядь, мозг свой, нахуй. Крошечный, блядь. Блядь, чел сидит с большим мозгом, я ему, нахуй. Рекаун. В чем проблема? Когда у вас кидается гнев Сары или рвение Сары, отбегайте, если... Первый раз... Биполярный... А, ДХД, да? Так, нечаянно Б, рекаун. Да. Да. Ребафните. Рога, нажимай ложный выпад, когда он взрывает. Блять, я что-то думаю. Давайте, наверное, по хила. Комнату пойдет. Мы зашли на лужу. Бейте быстрее, моба. Бейте быстрее. Давайте, на короче, за место Эйнарта пойдет в комнату Хуридес. А то дисполиция будет наверх. А? Выводи мобов. Выводи мобов. Стоп, каст. Где, ладно, сам. Только, ну, не в рейдж. Сведите мобов. Побахает нахуй. Ты прохил. Что еще пальцы? По щуплам бейте. А что ты говоришь? Что диспелить? Кто наверху будет диспелить? В комнате? Наверху. Что диспелить? У нас там у токсики, это женек есть. Хм.
А что здесь парит тут, кроме братья Пати? Ну, магию, чуму, проклятие. Чему дед, чума здесь парится тотемами, на проклятие спорит, спорит шаманы. Ну, ёлка, как ладно. Ух. Давай, за место Инарта, Инарт, остаешься здесь, а все, ну, а паладин заходишь за место него. Первый портал, о, седьмой. Я знаю бы, где он, я не так. Ладно, свободно все бегу. Пойдем. Ну, вот цифру скажите. Седьмой. Левее от этого, от комнаты. Пошли. А нужно было просто подо мной. Рейд на большое. Под 70 здравомыслия потерял. Просто. 70%? Нет, 30. Чем мы с этой стороны только со скалкой? А чё, прохилиться будет у нас чё? А уши, Берни у вас есть. Берни нечаянно, он там где-то валяется. Топор спиздил нечаянно. А, ты умер не наверху? Вот оно, вот тело. И полярный умер вообще от чего-то, ебать. От луча, нахуй. Вышли. Юрчело как-то, блядь, Саня тебе все проебал. Ладно, короче, я ебал. Нет. Че, обычку? Вообще, да, обычку. А че он вообще там делал? Он в первом или втором пати или что? Или находится, или как? Кто-кто? Ну, Юрчело, что он делал вообще в комнате? В третьем пати он. Нет. А, ну вы ему сказали, потом, блядь, сказали, о, уши, идет, и он вот пошел. Давайте, в лучи пошли, блядь, вайпаемся. Вайпайтесь, идите, активируйте все, пизда, убьем обычку, ебал, нахуй. Я за лучом бегу, нахуй. Просто и не влажнуться не можете. Не обучаем просто какие-то люди, блядь, уже просто разжевали все, нахуй, до талого, нахуй. Ну тут еще, как бы, надо прибавить то, что 4 человека в рейде нету, это как бы так себе. Да я понимаю, но, блядь, убивали босса, блядь, 18. Убивали 18 нормальных тел, а тут нормальных, блядь, 10, нахуй, остальные, нахуй. Я не был, я не знаю. Абсолютно всего хватало, но у нас никто не был. Я тебе говорю про то, что люди не были. Они говорят, я не знаю, где черепа, нахуй. И все, пиздец, нахуй. Это же вайп сразу. Бывает, но вы первый раз пошли, блядь, разули глаза и видите все нахуй. Не так закрытыми глазами пришли второй раз убивать. Ну, Риля, блядь, эта комната, блядь, закрывается вообще как хуйня ебаная. Ну. Слетаешь, дух, активируешь этих? Да, комната вообще хуйня ебаная, я посмотрел. Это... Отвернуться от черепка и бить щупальца по кругу. Ебать сложно, вообще, нахуй. Все, тему закрыли. Убиваем обычки, нахуй. Еду ЕП, и идите отдыхать. А мы мне так, дашь? Мы и так нормально сходили. Магу дам. Ебать, топчик. Сейчас напишу ГМ Last Legion, чтобы он тебе дал ЕП, да. ГМ сейчас, Сань. Просто уже время познавал. Сколько тебе времени после? Я бы даже рыбу за такое не давал, блядь. Кому посох нужен, 39-й? Ебать, что, посох никому не нужен? Это слава конкретно унизить людей хочешь, нахуй. Там же сова брала. Совы 32-й. Ничего, блядь, этот лучше. А, ну, у него свалик. Свалик лучше. Свалик. Дай мне, я сейчас анонс скинул. Ну, по сути... Кому только который с фрей, который с Хадира. Ну, в столовке и так заебись. Шкаф поставьте, дога присумоним. Я уже бегу. А, ты уже все? Ну, уже шкаф ставят, похуй, пацанов. Я уже портал убил. Уже не ставят, Юрчело, блядь. Не надо его, дай мне. Да, будет удивительно, если сейчас хоть кто-то сдохнет. Я могу. Сколько я тебе давал ГП за... Ебать, какой посох, нахуй. Тебе хуй давал. Женя, разбавь людей, пожалуйста. 565. Верчело, давай. Стой, там, по-моему, 468. А. Нет?
560. По журналу чекнуть. А, ну да, 560. Так, Юрчо, тебе точно он нужен? У тебя же пиздатый пост. Все, заебали своим посохом, давайте пойдемте убьем эту помойку. Подтвердили все быстро. Но если он тебе нужен, то давай. В комнату идем тем же самым составом, первой, второй пати. Ничего не меняется. Даешь обмен? Не надо. А угол? Да, да, на месте я, бля, магазинчик. Да, гуляй, вы. Мирана, тебе точно с духом нужен? Я бы вообще на успел бы его отдал. Давай. Дима, давай, блин. Делайте все то же самое, что на Хэме. За исключением с дыхания, как нубы. Бать, спасибо, братчики. Че это было? Да, оно же, бля, похуй меня. Пусть она идет. Че меня? Ну, пропомни. Про комнату первая, вторая пати. Ну я там холя паладина ставил уже. Да. А три шамана пусть тут захилит. Ебать криты лица. Чё, тоже, да, 21к влетело. Вот это дэмэдж, бля. Да тут же эти хранители дэмэдж. Бля. Был бы Ивашка с Шинкина. Да, вот его не хватает. Мы бы вывезли, ебать. Соло бы захилил. Плюс ноль бы въебали, нахуй. Плюс ноль бы соло захилил. Он бы мозг перевел, нахуй, не заходя в комнату, нахуй. Да, да, да. Кому, блять, Саше, нахуй. Вадим, оба. Лава уже чисто на приколе, нахуй. Бать, крик. У меня уже тут башка болит. Пиздите, 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 нахуй. А хули делать, нахуй? Ебать, чупла появилась. Тебя главное не бей, и она не ударит тебя в ответ. Да я знаю. Поставь правую щеку. Коса нити мало, можете вам в этих порталах подхилиться. Просто я. Это уже пошел, блядь, Саник Тельгин. Порталы подать. Это Шинка звонит по-любому. Портал готовимся. А, еще не скоро. Вот после учебного портала. Хочу что-нибудь. У тебя тоже все 4 портала. Иди ко мне. Стой, 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 стой со мной. Порталы. Все, можешь убежать. От черепа. Подхиль меня немного, ничего. Слава, ну ударь по этой нахуй. Я, блядь, в черепе был. Слава, череп теперь? Ну, ну я, блядь, подхилил здесь проебал. Давайте дамажьте, ебать, вам, блядь, дэмэдж увеличили, пиздец, как-то сколько. Хуй дэмэдж. Три, два, вышли. Смогли фул составом. Ебать, звери накинулись на щуплу.
Портал готов. Что-то в глаз попало. Зашли. Что, блин, понятно. Муха капнула. Кажется, похилить надо, парни. Большое. Забили на маленьких. Сюда, сюда, сюда. Прием, блять, сова. Там шаман в шоке, нахуй. Какой? Эйнар. Он самый привязанный, я с лучом бегаю, как ебанутый. Ну ты так, ебанутый без луча. Ну да. Ну, у тебя нахуй луч не нужен. 6, 5. Чё там у мозга процент? Блядь. Кто-то облажался. Ну всех, походу, уже мозг ловит, а. Здесь ничего. Сейчас сама вылезет. И... Мышка затупила. Вы там что, блядь, с тобой сговорили, что ли, нахуй, что? Купите, блядь, мышку, вылезли, полевой. Пошли в комнат. Да нет, пиздата мышка. Пиздата, да-да-да. Если бы не лагалось. Проценты скажут. Чё, да у нее просто уже этот, USB-шный дрочит. Новую купить пора. 3 рубля стоит. Что, жалко, что ли? Ты, блядь, 3 рубля сейчас поднимал. Так, большое есть. Идем большое бить. Процентов сколько у вас? 10%. Подойди ближе, я побью. У нас 10%. Мы, короче, все сколько переводим. Сейчас? 34. Переводим. Слева, как вы прыгнете, слева большое будет. Перевели. Подбейте его. Дай. Точнее, встаньте. Мобок, мобок. От фиолетовой хуйни отворачиваемся. Отвернулись. Вот от этой хуйни надо отворачиваться. Прикиньте. Да. Отвернулись. Жаба и мои жабы. Просто жаба бьешь спиной нахуй моба. Спиной к боссу. Отвернулись. Вайп мой. Вайпа мои вайпа нахуй. Сделай синих. Паша арматура, ебать. Как там Женя. Как там Димон, ну-ка. Вася Клоп. Вася бетонный. Дима гибрид или как? А, да-да-да. Дима гибрид. А, ты за сталкер? Да-да-да, вспоминай. Да хуй его знает уже. Дима гибрид, ебать. Сектор нахуй. Художник, блядь. Давайте, Гер. Как смешно, блядь, да, ёб похорон? Ёб сарон, блядь. Похоронный. Давай ну сорта подгоняем. Ну-ка, мобов помогли быстренько. Мобов, помогите. Все свич в мобов. АУЕ фул дайте. А там ебаный. Сейчас пропадет. Быстрее. Пойду с Саней по регене. Кого? Саня? Да, пойду с Саней по регене. Чемарин, идем? У меня там тенвал уже. Тс,
Сила он написал? Конечно, он мне еще на это на строкрыло написал. Ну иди, Стилла. Чисто кидалово, ебать. Кидок, ну. Не ори, ебать. Ебать налетели, нахуй. Ну а хуль ты хотел, нахуй. Будь его, нахуй. Мы думали, ты кореш, а ты чисто Антоша покидал его. Давай вы там добьете уже. Никогда, Слав. Он ну, вообще не можем хп отнять, он регенец. Ладно, 500к осталось. Ну маяк хилит, да. Блять, бить не могу, думаю, Боб, что-то коня Боб дали. Ой, батя Сколок первый. О, Сколок. ГЦ. А он здесь 100% шансом падает. А, да? Ну похуй. Да. Что, получается, хапало? Ага. Ладно, чё? Пойдёт, в принципе, думаю. Ну, да, для второго. Он культяпками Долоран порт. Для второго ради пойдёт? Да, для второго это заебись даже. Короче, сейчас я высчитаю всех хэмов, дождись. Чё за хуйня, чё за лаги, я не понимаю, блядь, пиздец. Так. Нон-спид! Чё тебя, бля, уга? Где ебучий портал в доллар? А, да, или вас, я сейчас подам, то речь я почитаю его, точнее сначала. Давай, Саня, жду. Чё-то съебался, да? Портал даже не поставил. Да мне же похуй. Базарец. Похуй пидору колготки. Я начитал 2 8.